Приветствую всех, дорогущие мои друзья. Как ваши дела? Что нового, что старого? Так что-то редко сейчас стало с вами видеться. Но ничего, все изменится. Собака, как всегда, не устает, гавкает, ругаю уже. Ну да ладно, окно вроде бы закрыто, но так слышно. Свою работу выполняет четко и ясно собака. Пришла с работы, как обычно, что нужно приготовить что-то. Ну, наши женские с вами каждодневные дела. Так, что хочу, во-первых, жду кое-что, посылочку такую, ну, как посылочку съедобную жду. Кое-что должны привезти, пока буду жарить кое-что тоже. Кое-что да кое-что, да, пристало что да кое-что. Хочу сырники, помните, в тот раз брали, хочу приготовить. Пожарю здесь, в этой сковородочке, уж так мне нравится. Приготовим эти сырники. Еще достала слоеное тесто, которое покупала, такое вот, знаете, уже готовое для самсы, кружочками так показываю. Готовое для самсы. Хочу перекрутить фарш, наверное, я думаю, и подумаю. Решение, потому что могут меняться ежесекундно. Поэтому сегодня, наконец-то, хороший день. Уже официально я стала партнером YouTube, наконец-то, и могу работать официально. Имеется в виду, как будто я работала неофициально. Официально, да, но нужно было подтверждение канала. Кто занимается YouTube, он понимает, о чем я говорю. Все же какую-то копеечку на YouTube мы зарабатываем, а то есть нужно подтверждение аккаунта своего, то есть через пин-код. А пин-код получить очень сложно. Почему-то наша то ли почта так работает, то ли что, то ли какие причины есть на это, я так и не поняла. Но сегодня наконец-то тот день, я рада и счастлива, он случился. Письмо не пришло, но тетя Салтанат сама все же печатала, писала в группу поддержки. Короче, это уже как-нибудь сниму видео отдельное. И думаю, может, будет интересно кому-то, кто столкнулся тоже с такой проблемой. Когда не можете получить пин-код. Сейчас я отлучусь, хочу что-нибудь кинуть в собачку. Чтобы она закрыла, наконец-то, свою пасть. Дабы не замарать свое симпатичное платье, все же вдруг будет брызгать, стрелять и все дела, я одену фартук. С чем марать, правда? Замараю, фартук легче отстирать, чем платье. Так, и что? Собачке пришлось рот закрыть. Защитники животных сейчас, возможно, скажут: ну же, зачем же так с животными? Да нет, конечно же, я просто сказала: хватит. И все, этого было достаточно на время. Соседские кошки. Я удивляюсь людям, которые заводят животных, но при этом ответственности за них не несут. И вот эти коты, как тигры, вот эти лягут, и все приходят сюда к нам, зная, что мы кормим. Но не кормить невозможно просто. Как? Ну, они сидят, смотрят на тебя вот этими глазками печальными. И приходится их кормить. Если я эти сырники не сделаю, то я не знаю, тоже будет не очень. Сырники уже, а то испортятся. Я их замораживаю, размораживаю, замораживаю, размораживаю. А это неправильно. Вот видите, уже хочет стрелять. Вот. Три сырника вполне, по три сырника помещается очень сюда хорошо. Поэтому их сейчас пожарим. Доча пусть покушает. Сначала, наверное, пожарю, а потом уже немножко в аэрогриле доведу до готовности. И, конечно же, обязательно что-то с вами приготовим. Не знаю, рассказывала или нет, когда поехала, тут рядышком есть магазин, с домом поехала туда, и ехала, когда вижу, котенок, кто-то его сбил, и, значит, ну, он живой, видать, наверное, боковым как-то задели, и он лежит на асфальте, а голову поднимает вот так вот. Я проехала прямо вот так вот,
чтобы он между машиной был, остановилась 15 метров и бежала навстречу машинам, всем махала, некоторые креном, думают, что она бежит напротив движения. И вот так вот я побежала спасать котенка. В итоге я его спасла, привезла домой. Нормальный котенок, но уходил, когда боком вот так как-то. И тут у меня племянники, они хотели с приюта взять котенка. И вот все сошлось. Им отвезла, котенок жив и здоров. И уже спит в капюшоне у племянника. Вот им тоже большое спасибо за то, что животных не оставляют в беде. Поэтому не думайте, когда я на кошек ругаю или что-то, я очень много спасла животных. Потому что мне так попадается, я не знаю почему, обязательно спасение животных попадается. Ой, про животных много можно рассказать. И в мусорке я находила троих котят в лютый мороз. Вытаскивала, копошилась в мусорке, вытаскивала их, вырастила, нашла кормящую кошку по объявлению. И это было, и раздала этих котят. Что только не было. В ТикТоке у меня есть этот случай, где я плакала и говорила, вот так вот я брызгаю, что за бездушные люди. Представьте, положить котят в мешочек целлофановый и бросить просто в мусорный контейнер. О чем мы говорим? О какой доброте? О чем вообще? Этот случай был в прошлом году, прошлую зиму, по-моему, был, да. И вот так вот я спасла троих котят, маленьких, только новорожденных. Они так кричали, бедные, плакали, что вообще, я думала, ребенка кто-то выбросил. А нет, оказались котята. Вот спасла, и очень, знаете, добрых людей много. Я в ТикТоке написала, что мне требуется кошка, я не знаю, чем мне, пипеткой кормить или чем. И как раз у кошки забрали уже котят. И кошка, это хозяева, не хозяев кошка была, тоже кто-то сказал присмотреть. И больше как бы не вернули, что ли, что-то такое. Уехали, хозяева кошку оставили. А у нее молоко было. И вот так мне повезло. Вот так мы вырастили сообща котят. И с работы девочки помогали, молодцы. Вот так что... Животные меня любят. Ну, когда я спасаю все время, получается, мне так попадается, что мне приходится спасать животных. Может, я спасительница животных, не знаю. Вот так вот такую историю пока жарю, я вам рассказала. Что еще? Не знаю, сейчас посмотрю мясо, что приготовить. То ли, может быть, беляши пожарить. Не знаю, что даже... беляши. Какие беляши вообще? О чем я? Там же тесто у меня, вот это, которое на самсу кружочками. Вот, скорее всего, наверное, этими займусь, думаю я. Угу. Сырники хорошие, красивенькие получаются. Значит, поедем еще покупать. Если вкусные и все устроит, поедем покупать еще. А сейчас в аэрогриле отправлю, доведу их до готовности и все. Очень хорошо держит форму. На вкус, честно скажу, не знаю. Вот такие сырники получаются. Зажаристые, хорошие. Масло не впитали. Молодцы. Сырники хорошие. Скоро будет посылка, поэтому откроем. Посуда должна прийти. И кое-какие семена заказывала. Ну, должно что-то прийти. Эти вот доведу до готовности. Два. Вот так, оказывается, знаете, тоже готовое удобно купить. Правда, пришел, когда ты торопишься, быстренько открыл, сделал, пожарил и все, и забыл. Это очень даже хорошо. Немного вчера прибиралась в палисаднике, в огороде. Предстоит очень большая работа, поэтому будем работать вместе. Будете мне помогать огородничать, сажать цветочки, ну и всякие какие-то там растения. Будем заниматься. Огород нужен.
Много садить ничего не планирую, но все же что-то да посажу. У меня вообще как бы рука легкая. Я сажаю, и кто-то говорит: ой, ель не растет, там надо то-то-то-то-то-то. Целая научная какая-то там что-то. Не знаю, привезла две елки, туда глины накидала, листьев, песка все накидала. Просто быстро яму выкопала, все туда это закинула. Елки с комом, ну так немного кома было земли. Елочки эти, сосна посадила, все прижилось, все растет. И главное, заливала водой. Так и две груши посадила, ну, думаю, все будет хорошо. Все, аэрогриль ставлю, где-то на минут, наверное, 10. Этого будет достаточно для наших с вами сырников. Так устала, так готовила. Очень, знаете, наверное, человек потом привыкает к такому, что не нужно месить, стоять. 1000 тенге, 6 чудесных сырников. Так, хорошая цена. По гудению или гужению, по гудению духовки, слышите, что включила ее. Значит, что? Вот про это тесто я говорила. Сегодня день готовой продукции, да? Ну, так удобнее. Что-то горло как-то першит, аллергическое что-то. Так, что у нас в итоге? Сырники готовы. Пусть здесь и остаются. Сейчас покажу, как выглядят. Попробуем сырник, что нам все же предложил производитель данных сырников. Сметана очень хорошая. Берем только, ну, практически эту только сметану президент, потому что другую у нас не очень воспринимают. Посмотрю на вид такие сырники. Вот видно вам, да? Это пойду покажу. Вот такие сырники. Ну, там этот более как бы квадратненький, а там круглые. 6 сырников. Минут 8 я готовила. Посмотрю, если сырые или как жвачка, то придется доготовить. Сырники меня, к сожалению, не впечатлили. Абсолютно. Соли нет. Очень большой состав муки, что вообще делает их буквально как спрессованными. Муки, очень мало творога. Хотя на вид очень красивую. Производитель соли вообще забыл положить. Они такие тяжелые. Очень много муки, и она такая, знаете, как жвачка. Из этого всего вкусная только сметана. Сырник уходит собачке. Абсолютно невкусно. Значит, в Артеме, где продают колбасы, там есть и вареники, вот это вот все. Сырники не берите. Невкусные абсолютно. Вот это сверху вилкой я вот не могла расковырять. Нет, 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 сырники только делаем сами. Потом доведу их еще до готовности. Совсем не понравились, правда. Не берите, ребята. Но вдруг меня увидит изготовитель, либо продавец этих сырников, где колбасы продают и где... это я показывала упаковку. Кто это? Кстати, сейчас минуту. Производитель сырников Кулинар. Хочется сказать по-другому. Кулинар, увы, не Кулинар.
Самар далеко. Нехорошие сырники, товарищи, не товарищи, сырники не покупаем. Не надо, не советую. Тесто слоеное у них хорошее, у этой же фирмы Кулинар. Но это совсем плохое. Это Отау. Family Food называется. Казахстанская фирма. Отау, это семья, да? Что мы имеем в данном продукте? Вот такие кругляшочки. Может быть, они слиплись между собой, но это моя вина, потому что я как бы достала их заранее. Достала заранее еще вчера. И вот мусолю. Теперь я вот не знаю, смогу ли я их отделить. А так они очень вот так вот готовые, очень к изготовлению самсы. Фарш я накрутила. Фарш ничего такого. Соль, перец, чеснок, вода, масло и само мясо. Масло почему налила оливкового? Потому что постный фарш. Жирное никто ничего не ест. Мы же против жиров. Ну, кто любит жиры, конечно, мы не против. Но сами мы жирное не едим, к сожалению. А может быть, к счастью, не знаю. Ну, просто не кушаем. Нет, отделяются. Сейчас лишнее уберу. А сколько мне нужно самсы, столько я и сделаю. И если это хорошее тесто, то я порекомендую. И, пожалуйста, покупайте, радуйтесь готовому тесту. Итак, 20 штук я отделила. И вот, пожалуйста, Отау Family Food, если захотите, возьмете. Ну, сейчас посмотрим, как себя поведет это тесто. Это отправлю в морозилку. А вообще, сколько это? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 штучек где-то в этой. 35 самсы нормально. Поэтому сейчас раскатаю. Все это дело. Да, уже отрывала. Видите, они не кругленькие, а такие, как попало называется. Поэтому раскатаем и небольшую такую треугольную самсу сделаю. Ну, не знаю, может быть, кунжутом посыплю. А может быть и нет. Поэтому такой кружочек катаю. Мясо сюда. Лук не режу, кручу. Как бы перекрученный. Любит больше. Минуту, наверное, доставка. Алло? А Криверенс иди. Итак, ребята, что реклама, то огорчение. В ТикТоке была реклама в Астане. Ой, манго, такие показывают красивые. Такие прям коробка, там я не знаю, девичьим-то. Привезли позорище. Вот такие. Вот такие манго, твердые. Это ведь еще не доспевший фрукт. Я лучше куплю за 3000, но манго такой действительно спелый, желтый, красивый, чем я возьму вот эту ерунду. Голубику я оставила. Голубика вроде бы на вид неплохая. За это я отдала 5800 за 4 штуки. Ну, это дешевле, чем я на рынке куплю. Но манго просто меня вообще шокировал. Так я думала, ох, сейчас мне ящичек привезут. Но я не ожидала прям огромные. Но думала, спелые, как мне сказали. Такие прямо красивые. Не верьте в ТикТоке. Получается, это... Как называлось? Минуту. Так, называлась фирма. Я так их ждала, считайте. И что в итоге
ягоды нет. Это как называется? Да, хотя бы кто делает рекламу в ТикТок, но вы соответствуете этому. Garden fruit, ну, соответствуйте тому, что вы выставляете, и то, что вы в реальности привозите. Короче, garden fruit, я сказала, это антиреклама. Ну, это не нормальная реклама, это неправильная. Пойду помою руки. И получается, если бы они предоставили хороший продукт, пусть он небольшой, но он был бы спелый, а не сорванный уже, я не знаю, и ждать, когда он поспеет, я не собираюсь. Ну, как так вообще? Я вот расстроилась, думала, о, сейчас манго привезут хороший. Нет, не хочу такой манго. Я лучше вот здесь вот, в ближайшем магазинчике, вчера по 2000 с чем-то был чудесный манго. Я лучше куплю, наемся и все. И забуду. Чем такое манго, как предлагают они? Огорчена. Ну да ладно. Конечно же, я не взяла. За недозревшее что-то я платить деньги не собираюсь. Они нам достаются нелегко. Заводами не владеем, поэтому разбрасываться деньгами мы не можем. Думаю, ой, порежу манго, как в рекламе они показывают. И думаю, ох, покушаем там. Да лучше бы отправили штучки 3-4, но хороших, чем ящичек из скольки там, 9 штук или сколько-то. Да уж. Так красиво говорят. Лучше продолжим заниматься нашими с вами самсушками. Про фарш я уже вам сказала. А про то, что сегодня что-то не очень хорошее. Сырники. Ерунда. Самса, думаю, будет хорошая. Сырники не понравились. Манго тем более, а голубика, думаю, хорошая. Ну да ладно, что-то да хорошее. Огорчаться не будем. Помою, дети с удовольствием голубику съедят. Поэтому лучше ехать, воочию смотреть и выбирать. Сейчас манго уже стал, знаете, таким доступным фруктом. И вообще фрукты стали доступными. Раньше мы так удивлялись, думаю, ух ты, там какой-то фрукт. Помните, в нашем детстве бананы были для нас недосягаемые. А сейчас, знаете, бананы, не знаю, как огурцы. Поэтому все нужно смотреть. Обманут нашего брата и дорого не возьмут. Или наоборот, дорого возьмут, обманут. Поэтому парень видел это все. И возражать не стал. Забрал этот ящик. Думаю, вернувших ему манго не я одна. Их много. Никто не захочет есть. И ждать, когда он поспеет. Легче уже вырастить самому. Вот такие, друзья, дела. Что-то сегодня хорошее и что-то огорчающее. Но сырники так сделать, испоганить, это, конечно, нереально. Испортить сырники. Как можно так? Просто закинули муки, красиво сделали и все. А там... Думаю, дай купит и все. Ну что мы хотим за 1000 тенге? Какие сырники, конечно же. Ну, лучше бы производитель поставил цену хорошую, но при этом сделал хороший вкус. Конечно же, уже я туда не вернусь, если только за слоеным этим тестом. Оно мне понравилось, правда. Но ехать из-за слоеного теста туда, это слишком далеко. Если только окажусь там случайно.
Итак, все, доделываю самсу, смазываю яйцом, сыплю кунжут сверху, покажу и отправлю в духовку на минут 25 при 180 градусах. И не пишите мне, что я не говорила. Дорогущие друзья, сделала я 3 ряда по 6 штук. 6, 3, 18, да? Вот 18 штучек. А 2 убрала. Не стала уже лепить их куда-то сюда сбоку. Там не хочу так. Все, яйцо взболтала, смажу. Отдельно ничего не делаю. Там желток с молоком. Ну, иногда делаю, иногда, когда тороплюсь, нет. Вот как подумала же про это мангу, и все у меня прямо... Думаю, ну как же так? Стояла, лепила пока эти самсушки и думала, ну как так вообще? Человек ожидает, ждет, да? Ну, хочет получить за свои же деньги хороший, качественный товар. Но этого, к сожалению, нет. И все, теперь больше заказывать я не буду на дом, чтобы привозили мне. Такое не надо. Лучше поеду, сама возьму. Ну, благо, хотя бы эти хорошие, голубика. Это хотя бы радует. Производителя, правда, я даже не читала, кто там вообще, откуда эта голубика завезенная. Ну да ладно, у нас ее точно нет. А откуда вы? Уже без разницы, уже купила. Все же, я думаю, кто нам может поставлять мангу и голубику? Китайцы вовсю сажают там все у себя. Они и поставщики, скорее всего. Поэтому, я так думаю, либо импортируют. Сейчас Китай везде. И продукты, и одежда, и обувь. Все оттуда. Ну, на вкус хотя бы голубика. Ну, я такую же покупала, она хорошая. Насыпаю или сыплю сверху кунжут. Не обжаренный, ничего, обжарится в духовке. И что вы думаете, пока сейчас поставлю на 25 минут, магазинчик рядом, я поеду. И если есть эти манго, я куплю пару штук. Так себя настроила съесть вечером. Начали смотреть «Реальные пацаны». Помните это, да, сериал? Такой смешной. Что-то дети включили, и я присела, смотрите, все. Все, посыпала и отправляю. Еще раз говорю, на 25 минут. Сейчас сделаю на 25 минут. Угу, вот. Курочку завела на 25 минут. Она прокукарекает, когда испечется. Поставила на среднюю решеточку, в серединочку. Все. 180 градусов. А пока я поеду, я тут недалеко съезжу. Приехала, смеюсь сама. Над самой смешно. Поехала, все, уже один манго остался, который такой уже совсем мягкий. Ну, сегодня не день манго. Видать, все стали такими экзотическими и раскупили фрукты. Ну да ладно, я зато взяла огурцы и молоко, не зря поехала. Так, сейчас поставила на 200 градусов. Это прошло, это прошло, 10 минут ровно прошло, и я поставила на 200. Поэтому у кого какая духовка, сказать не могу. На улице тепло, очень тепло, что сейчас хочу отключить дома отопление, потому что пожаримся, живем, да, вот. Поэтому выпекаем, допекаем, и, наверное, уже я ничего готовить не буду. Этот фарш остается. Скоро планирую в конце месяца пригласить несколько женщин, так как ребенок родился, мужчин не зовут, зовут только женщин у нас. И вот пригласим, буду готовить. Ну, это хорошо, что к концу месяца. Ну, хотя к концу месяца у меня отчеты тоже не очень-то хорошо. Вот такие дела. День далеко не для манго. А в остальном все прекрасно. Две такие коробочки помыла, а две оставила. Сейчас дам детям. Ну, вкус очень вкусный. Голубика наивкуснейшая.
Лучше бы я купила голубики. Побольше. Очень вкусная голубика, поверьте. Вот это можно брать. Вернемся к манго. К манго нельзя. Все, отношу, пусть кушают. Это маме. И все. И встретимся после выпечки готовой продукции. Голубику попозже еще закажу. Очень вкусная. Жаль, маленькие кареточки. Или как они там, коробочки. Ну все, вот на 200 градусов допекается. И все. А сырник просто наивеликолепен. Это вообще, это же что? Я вам хочу показать поближе. Вот он сырник, видите? Он весь просто как резиновый. Ну, очень невкусно. Очень весь как сырое тесто. Курица, все. Закукарекала. Ну, по-своему. Так, посуду убираем. К ужину готовимся. Фарш убираю. И все на этом. Утром в этой курице без этого клюва не могу никак приделать. Отварила яйца. Яйца очень хорошо отвариваются в этой яйцеварке. Дело в том, что шкарлупа идеально убирается. Что очень радует. Не всегда бывает, что даже воду солишь, и в кипящую, и не в кипящую воду ложишь, и шкарлупа плохо убирается. А это прям благодать. Остался у меня позавчера горошек, немножко делала салат. Сегодня осталось одно яйцо. Горошек, яйцо, огурцы смешаю, майонезом заправлю. И все, кто-нибудь это съест. А так будет и горошек испортится, и это будет, я знаю, лежать и выбросим. Думаю, дорогущие друзья, этого цвета достаточно. Уже не буду до красна прям их доводить. Этого достаточно. 30 минут пеклись и, думаю, испеклись. На завтра, если все прекрасно и хорошо будет, планирую эклеры сделать сладкого, потому что дома ничего такого нету. Поэтому планирую на завтра эклеры. Любители эклеров, прошу принять участие завтра. Вот такая вот самса получилась. Обязательно испробуем. Не обижайтесь, что видео не такие объемные и длинные, но сами понимаете, прибегаешь с работы, то все делаешь, но потерпите. Будем делать объемное, что-то выпекать, что-то готовить. Вот. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких. Скоро выйдем на улицу, там будем печь, там есть духовочка уличная, там будем готовить, потому что дома, уже сами понимаете, не хочется, отопление отключила. И будем в маленькой духовочке готовить, и все, и грилить будем. Вот, погода, думаю, будет позволять. В этот выходной хочу что-нибудь погрелить. Булочки сделаем, бургеры сделаем, что-нибудь такое сообразим. Поэтому оставайтесь со мной. Спасибо большое, что пишете комментарии, что участвуете. Огромное-огромное всем казахстанский рахмет. Всем здоровья, счастья, достатка и благополучия. Но еще не прощаюсь, мы должны обязательно это испробовать. Пока горячее. Сейчас. Оставлю так на листе, пусть остынет быстро. А этот мы сейчас попробуем. Кстати, тесто хорошее. Это тесто можно брать, спокойно берите. Но сырники, но. Думаю, фарш немного остался. Что его убирать туда-сюда? Наверное, отварю рис. И думаю, что немножко тефтелей сделаю. Очень горячее. Хотя бы тесто съесть. Угу. Тесто
вкусное. Это тесто похоже на вчерашнее. Ну, вкусно, что говорить. Люблю, когда самса с кубиками картошка. Но, к сожалению, я этого не сделала. Из-за того, что торопилась, ужин нужно. Дочка сварила кушать, а вот выпечку нужно обязательно. Очень вкусненько. Здоровья нам, благополучия и достатка. И всех-всех благ. И оставаться людьми. А я буду доедать. Пока-пока.